Между тем, сомалийские пираты впервые за 5 лет захватили торговое судно. Экипаж захваченного нефтяного танкера ранее сообщил, что за ним параллельным курсом следуют 2 небольшие лодки. А следующим утром судно послало сигнал бедствия, после чего отключило систему отслеживания и взяло курс на побережье Сомали. Местные власти уже направили военных для освобождения захваченного пиратами грузового танкера. К слову, в период своего рассвета в 2011 году сомалийские пираты совершили 233 нападения у берегов Сомали и взяли сотни заложников. Однако после того, как международные силы начали постоянное патрулирование в этом районе, их активность спала. Судно перевозило топливо из Джибути в столицу Сомали, Могадишо. На борту находилось 8 членов экипажа. По словам властей, корабль пришвартовался у северного побережья Сомали. В этом регионе очень активны контрабандисты оружия и боевики Аш-Шабаб.